Что-то написано. Когда мы уходим, тут все перемещается? Невероятно. Атрей, соберись. Здесь очень опасно. Гномья изобретательность. Впечатляюще и опасно. Волки! Это же центральная комната.
О, похоже, вы нашли достаточное эхо. И не погибли? Потрясающе. Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. Слабее. Приятно. Это те доспехи? Вид у них не очень. Можешь их надеть? Нет. Она мала мне и слишком древняя. Отнесем ее гному.
Фу. Валькирия. В Нифльхейме. Ну надо. О, значит, будет так. Свобода. Да, ты свободна. Мои сестры, им выпала та же участь? Да, но мы их спасем. Вы оба смелы. Желаю вам удачи. Вальхалла ждет. Оба? Она меня и не заметила. Зачем так сопротивлялись? Серьезные противники. Тебе полезно. Обычно родители следят за тем, чтобы ребенок высыпался.
Справа, Вельва! У вас нездоровый вид. Это то, о чем я думаю? Никчемная броня? Никчемная? Ха, маловер. Эти доспехи носил сам Ивальди. Да, они знавали лучшие времена. Но с помощью эха тумана я их восстановлю. И тогда они будут защищать от проклятия Ивальди. Если в мастерской нет больше ничего ценного, нет смысла здесь оставаться. Ты видел сундуки в центральной комнате? И в глубине тоже полно добра. А еще там три разрыва мира, конечно. Но с ними лучше поосторожнее. Почему? Это же настоящие разрывы в ткани реальности. Хочешь засунуть в них руку? Валяй! За дело! Держит грабли подальше от моего топора. Не пропадай!